В Алматы состоялась церемония награждения ежегодной премии Ельберлега. Наградой отметили общественных деятелей и меценатов, которые оказали существенную поддержку нуждающимся. В рамках мероприятия прошел и премьерный показ документального фильма «Неизведанный Казахстан». В праздничную атмосферу окунулась Дина Жанабекова. Лауреатами престижной премии Ельберлеге стали известные общественные деятели, активисты, предприниматели и меценаты. Каждый из них принял активное участие в благотворительной деятельности, а также поддержал инициативы фондов «Дорога молодым» и Ассоциация выпускников детских домов Казахстана. Благодаря такой поддержке молодые люди обрели свое жилье и смогли устроиться на работу. Я благодарен судьбе, что у нас в Казахстане есть такая молодежь, которая всегда оказывается рядом с теми детьми, с той молодежью, которая нуждается в них. Это оказание социальной поддержки, это оказание моральной поддержки. Возможно, где-то и финансовой поддержки. Сегодня же состоялся премьерный показ документального фильма «Неизведанный Казахстан». Амбициозный проект повествует о достижениях нашей страны за 30 лет независимости и показывает самые красивые и живописные места Казахстана. Показать ту историю, которую мы за 30 лет, ее сохранить, снова вот эти, ну, вспомнить вот эти вот, да, как мы доходили до этого, ну, то есть поднимались, вот, и... показать через призму этого проекта, показать молодежи, чтобы они сохранили это, то, что у нас есть. Вот экологию, да, там, культурное достояние. Документальный фильм состоит из 10-20-минутных серий. Главная цель проекта, говорят создатели, презентовать Казахстан на мировой арене и привлечь как можно больше туристов. О жителях этой страны и что в этой стране происходило и происходит на данный момент. Ну вот пытались, конечно, это не такой оригинальный как бы материал, но тем не менее мы попытались создать контент, интересный не только для нашего зрителя, но и для зарубежного. Гости премьерного показа отметили высокое качество картинки, а также оригинальную работу режиссера и сценаристов. Словом, остались под приятным впечатлением. В восторге просто. Увидел столько мест, которые прям захотел посетить. Увидев эти места, чувство патриотизма у меня просто внутри зашкаливало. Честно, я очень благодарен создателям этого фильма. Конечно, он меня удивил, и я еще много раз спрашивала, ты на самом ли деле, что это вы все снимали сами? Мне сказали, что да, это все, они снимали все собственноручно, можно сказать. Я просто была удивлена. Отметим, первую серию документального фильма «Неизведанный Казахстан» можно посмотреть на нашем телеканале уже завтра, 25 декабря в 19:00. Дина Жанабекова, медиа Самат Улы, телеканал Алматы.